Всем привет, друзья! Меня зовут Снежана Никольская, я живу на Мальте уже 6 лет. Приехала я сюда в 2014 году, когда хотела выучить английский язык. Приехала, сразу скажу, с нулевым уровнем. Но за 10 месяцев изучения английского на интенсивном курсе в местной языковой школе я дошла до уровня Advanced и также сдала здесь экзамены Cambridge. Впоследствии я работала в языковой школе на рецепции, выяснила огромное количество проблем и вопросов, с которыми сталкиваются студенты. Соответственно, моя работа была в том, чтобы эти все вопросы и проблемы решать. Все больше и больше людей обращались ко мне с просьбами забронировать курс, найти жилье, помочь с визой, еще когда люди находились не на Мальте. И я поняла, в чем моя основная задача на этом острове, и таким образом стала заниматься только этой работой. Так в итоге организовала агентство Open Malta, которое занимается только помощью студентам в плане выбора школ, бронирования курсов, нахождения жилья не только при школах, но и напрямую от владельцев, помощи с визами, ну и, конечно же, основная задача – снизить стоимость вашей поездки. Обратившись к нам, вы получаете огромную консультацию, очень важную, вы сами это поймете. Мы общаемся минимум 40 минут по WhatsApp с каждым студентом, разбираем по полочкам все проблемы, задачи, какие цели, какой уровень английского сейчас, какой бюджет, что можно максимально из этого бюджета денег и времени на Мальте получить. Зачастую стоимость поездки нашего студента выходит на 50%, а то и больше, дешевле, чем он рассчитывал это раньше сам или через какие-либо другие агентства. Как мы это делаем? Во-первых, у нас заключены договора со школами, более чем с 14, которые предоставляют нам всевозможные акции, скидки, распродажи. Мы даем им много студентов, они дают нам много бонусов для наших же студентов. Плюс мы находим жилье напрямую от владельцев. Таким образом можно сэкономить огромное количество средств. Ну, к примеру, проживание при школах стоит в среднем от 200 евро в неделю, а мы находим иногда за 250 евро в месяц. Представьте себе разницу. Все оплаты за свои школы или размещения вы осуществляете только напрямую. Мы не выступаем здесь посредником, мы не забираем у вас никакие средства, мы высылаем вам только счета, по которым вы напрямую оплачиваете школу и проживание. При этом стоимость нашей работы по бронированию школ для вас бесплатна. Эту работу нам оплачивают школы по заключенным нами контрактам. С нами на Мальту приехало уже более 1000 студентов. И с каждым из них нами была проведена огромная работа по подготовке их поездки, выбору школы, курса жилья, встрече их в аэропорту, размещении, дальнейшем отслеживании всех их результатов и успехов. В общем, у нас накопилась огромная база знаний и опыта, которой мы с удовольствием делимся с вами. Если у вас есть какие-либо вопросы и хотите с нами пообщаться, пожалуйста, пишите, я не скрываю свой номер WhatsApp, со всеми могу пообщаться. Единственное, что сначала напишите, и мы запланируем с вами время консультации. Очень буду рада быть вам полезной и встретить затем на Мальте. До встречи!